Помощник главного федерального инспектора по Кировской области Александр Шихов впервые посетил исправительные колонии региона. Раньше люди, содержащиеся в местах лишения свободы, изложить свои просьбы и задать вопросы могли только по почте. Теперь подобные личные приемы осужденных станут регулярными. Подробности в сюжете Кирилла Сосолетина. Первыми на личный прием помощника ГФИ попали осужденные 5-й исправительной колонии. При обходе Александром Шиховым жилых корпусов желающих задать вопрос не нашлось. Куда охотнее осужденные излагали свои проблемы на личной встрече. Однако первый опыт оказался скорее ознакомительным. Не все правильно понимали, с какими вопросами можно обратиться. Вот как вы видите, в основном вопросы идут о том, как жить после освобождения. Вопросы, где жить, как трудоустроиться, как получить кредит, как, значит, принять российское гражданство получить, потому что здесь вот Виктор Васильевич говорит, что около 150 осужденных – это иностранцы, граждане стран СНГ, таджики, узбеки и так далее. Некоторые из них хотели бы получить российское гражданство. Принимая во внимание основное направление работы приемной президента – проблемы и жалобы граждан, первый выездной прием в исправительной колонии стал необычным. Жаловаться никто не хотел, о проблемах тоже молчали. В основном вопросы, что делать потом, после выхода на свободу. Вот на сегодняшний день, по предварительной информации, к нам записалось на прием около десятка осужденных. Всем мы дадим, конечно, квалифицированное разъяснение. Если мы столкнемся с фактами нарушений их прав и интересов, значит, об этом будет информированный руководитель ФСИН и прокурор области, соответственно, для принятия мер реагирования. Добавим, что подобные приемы, по словам Александра Шихова, теперь будут проводиться регулярно. Кирилл Сосолетин, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.